Happy Stars. Попробуем, что за счастливая звезда такая. Или звездная счастливица, блин. Вот такая штука. И их много у нас очень. Привет, YouTube. Пора потестить. Подгон от партнер сайта CoreOpt. Серега, привет. Это гендиректор этого сайта. И продолжаем дербанить ту огромную посылку 16 килограмм азиатских ништяков всяких. Тут у нас сладости, следовательно. Вот такие, вот такие, вот такие. Тут вот вообще прикол. Ноги будем есть. Лапы какие-то, сосательные причем. Азиаты любят это, всякую дичь выдавать. У них жевательные челюсти есть вставные. Вот сосательные ноги. Я боюсь представить, что у них еще есть. Мы эту гору представляем твоему вниманию, просто показать, сколько он прислал. Ну, тут много парного. Мы будем вот парное убирать. На пол прям будем бросать. Не жалко. Пол чистый, блин. На газетку падает все время все. Ну и начнем. С чего начнем? Я не могу сообразить. То, что в руках. Ну, начнем с Happy Stars. Бисквит, шоколад. Шоколадный бисквит написано здесь. Счастливая звезда. А далее иероглифы, иероглифы. Сайнзли. Компания производит. Эту компанию мы не знаем, но сейчас познакомимся. Жалко резать даже упаковку такую. Но ничего не поделаешь. Живот требует жертв. Здесь у нас вот такое количество ништяков. Хреновый партнер мог выслать по одной такой штучке и сказать «до свидания, Вася» или «Федя». Такая вот такая. Две красные. По две будем есть. По одной будем есть. Красная, такая и такая. Ну, короче, вот они все. А это убираем пока. Вот такая и вот такая тема у нас. Давай с красной начнем. Вообще, с другой стороны, пачкой ты видишь нарисована вот такая штука. Как они выглядят, я так подозревать могу. Что это, опять же, что-то было похожее у нас на обзоре. Какие-то палки вот эти, не помню, но были. Не знаю, похожи ли они по вкусу будут. О, они еще и в ларчике лежат. Они в таком боксе лежат, пенал-бокс вот такой. Гробик своего рода. И вот такие спички. На огромные охотничьи спички похожи. Были раньше, пиши, видел, нет, охотничьи спички, которые нигде ничего не мокнут, не тухнут, нифига. Пахнет, пробуйте вместе. Какие-то штуки такие есть у нас аналог российский. Стикс, стики вот эти, по-моему, стикс, что-то такое, короче. Пахнут шоколадом. Всем такую шпаземтита. Сладким шоколадом пахнут, вот как Аленушка, вот эти все наши русские шоколады, которые... Хлебная палочка, обмакнутая в шоколад. Приятная штука. Вкус просто шоколада. Но дело в том, что я надеюсь, что они разные на вкус будут. Да. А, тут просто вот палочка. А, нет, она в белом шоколаде, скорее всего. Да. Другой вкус. Вы злодеи, азиаты. Могете, умеете. Другой вкус. Сливочного какой-то мороженого вкус. Вкус мороженого прям. И вот розовая. Ой, и она прям розовая. Прям не обманывают. Она и там розовая, и тут розовая. Похоже на пипетку. Бывает эта пипетка вот с таким концом, когда не оплавляется до конца стекло, она вот так выглядит. Ягодный вкус. Что за ягода? Клубника. Клубника. Клубничка. Убираем, отработанный материал. Тут у нас, смотри, вот такая, вот такая, вот такая. Вот сколько прислал Серега всего. Не просто, а вот одинаковых прислал. И у нас тут, короче, красная, зеленая, синяя, оранжевая. Вот этих две. Эти убираем пока. Я тебе просто показать, сколько он прислал всего. Вот такая пирамидка. Отсылка к Египту. Как орешки какие-то. Но я более чем уверен, что они из хлебного чего-то сделаны. Я не думаю, что китайцы сюда орехов накладили, наложили. И будем надеяться, что они тоже разного вкуса. Тут вот такие вот какие-то шарики. Вот такие шары у нас здесь. Пахнет ничем. Это сладкое. Ореха нет здесь. О! Оно с чем-то... Есть орех. О, с орехом даже. Да. Это как наши дрожжи глазированные. Орех, вот шоколадные глазури и прочее. А, вот сейчас орех чувствую вкус. Тут поваренок, кстати, нарисованный. Тут поваренок вот такой, лого, логотип. Аэроглифы мы, разумеется, не понимаем. Такие же. Но будем надеяться, что они на вкус другие. О, даже соленое что-то есть. Ты чувствуешь, что соленое попалось? Да. У нас сверху соленое. Вот так они выглядят. Вот он орех. Еще и кедровый. Вроде отличается, а вроде нет. Но верх-то одинаковый. А орехи-то разные. А там какой орех был? Миндаль, похоже. Ни хрена себе, они оказываются с разными орехами. Давай гламурную вот пробовать вот такую. И не разного калибра. О, видишь, какие большие и маленькие. А может, орехи разные везде наклали? Ну, конечно. Этот приправа какой-то пахнет. Не могу приправу вспомнить. У этих орехов... арахис, что ли? Приправой пахнет какой-то, которую я не могу вообще вспомнить. Поразительно. Чуть более блеклые орехи. Даже эти разрезал. Ну. Зеленую пробуем. Другой вкус. Они вкусом все разные. Другой вкус. Эти более жирный вкус какой-то. И знаешь, на что похож? На арахисовую пасту похож вкус. Очень жирный по вкусу. И желтенький такой пакетик. Тут уже сломаны и были, это не мы сломали. Вот. О, эти какие-то в какой-то пудре. В какой-то непонятной субстанции. Разваливаются сразу. Не понял вообще. Они прям рассыпаются, их ложишь в рот. Их жевать не надо. Это самые интересные. Самые нежные. Просто рассыпались и все. Дай. Все, с этим закончили благополучно. Вещь удивительная. Во-первых, там орехи разные. Во-вторых, они разные по вкусу. И даже по структуре. Сверху эта оболочка, она разная. Те были по твердости разные. Это, в общем, рассыпается, когда ее в рот ложишь. И тут у нас Jumping Sandy. Прыгающая конфета. Ну прыгающая, потому что ботинки нарисованы эти. Подошвы вот нарисованы. 30 штук тут нарисовано нам. Компания какая-то неизвестная нам. С каким-то драконом нарисованным. Здесь у нас зеленая, красная и фиолетовая. Остальное все повторяется. Мы просто тебе показываем, в каком количестве нам сайт CoreOpt прислал все это, чтобы ты видел щедрость компании. Вот так это выглядит. Jumping Sandy. Или кэнди. Конфета прыгающая. С красной начнем. Какая разница просто? В принципе, нет разницы. Мне очень интересно посмотреть. О! Там была сыпучая какая-то субстанция. Вместе с этой вот штукой. Походу, твою дивизию. Корбит. Ее проглатываешь, она в животе трещать все начинает. И вот такая лапа. У меня как будто в мозгу или где-то вот тут сейчас трещит. Но это просто чупа-чупс. Так, теперь мы умные, наученные. Предупреждать надо было, блин. Тут такая же субстанция. Всыпайте в рот. Ешь. Короче, тут в каждой пачке вот такие щелкающие хрени лежат. Мне это не нравится. Сахар с ароматизатором Даже говорить нормально не могу. И с лимонной кислотой. А эти подошвы, я думаю, одинаковые на вкус. А, нет, не должны быть. Яблоко, клубника и еще что-то было. Ну, эту шипучку я доедать не буду. Много сахара мне сильно. Я ее... И яблоко. Вот оно, яблоко. Зеленое яблоко. Мне кажется, на один вкус все. У меня ощущение, что одного вкуса они все. Вот порошки разные. А эти вроде как на один вкус все. Да разные, ну как. Разные. Разные, конечно. Теперь у нас армия вот этих всяких пакетов. Тут тоже они повторяются. Мы просто тебе показываем, в каком количестве Серега прислал нам. Это все одинаковое. Да, вот это все одинаковое. Посмотри просто, какое количество, а лишнее мы все убираем. Так, вот такой нету. Такой есть. 3. По-моему, 3. Из всей этой, вот из всей этой горы, которую Серега просто прислал похавать, у нас получается 3 вкуса. А остальное все просто так Серега прислал нам. Значит, здесь у нас что? Бор или бора-бора. 50% скорее всего сока написано. Вкусы. По вкусам, я не знаю, здесь ежевика или что это такое. Виноград. Виноград, думаю. Виноград. Виноград, апельсин, да. И... Абрикос. Абрикос, клубника. Клубника. Давай с клубники начнем. Самое-самое, которое по вкусу. Бор, компания, 50% сока, вероятнее всего, написано. Поправляй в комментариях, если прям знаток. Очень красавцы. Опять же, не просто как попало, а в своем боксе пластиковом находится. И вот такие мармеладные вот... Мишки. Да, мишки. Такая структура. На запах не чувствую. Он внутри сок. Они снаружи тверденькие, а внутри мягкие, как желе какое-то. И вот это же желе, скорее всего, на 50% из сока состоит. Но вкус не насыщенный, не переоромленный. И хоть ведро съесть можно. Кисло-сладенькие, с легким ароматом кнуники. Так, апельсинки или... Что ты сказала, это может быть? Абрикос. Абрикос. Абрикосы мы любим сильно прям. Да, они похожи на моти, кстати. На моти похожи, на пироженки. Они вот и по структуре мягкие. Пахнут. Так носом тоже не чувствуется. Очень приятная мягкость такая, как пластилиновая. И вот это в желе, вот в этом 50% состоящие из сока натурального. Ну, якобы. Вон видно даже. А у меня хвойный вкус даже какой-то появился. Но это не абрикос. Это совсем другой. Это манго. Манго, точно, е-мое. Ну и типа виноград, не виноград у нас остался еще. Может виноград, а может и нет. Во. Везде их это. По 6 штук лежит. Они вот такие прозрачненькие, вот так просвечиваются. И Мишка похож, кстати, на нашего Мишку, который Олимпиада 80 был. А это не Мишка. Какие-то снежинки. Вроде виноград. А вроде и нет. Виноград вроде. Ну, прикольно. Очень интересные продукты. Для нас они диковинные, для них они повседневные, я уверен. А мы редко такое встречаем. Но где-то вот эти палочки, эти я видел нашего производства. А может и не нашего. Стикс, что-то там, стикс какой-то. У нас был на обзоре даже. Вместе с грибками какими-то еще. 5-й год канала, я уже не помню. Равновесия в голове нет, забываю. Все найти можно на сайте CoreOpt. Возможно все, возможно не все. Товары ниже по ценникам, нежели в магазинах, но доставка, разумеется, платная, никто бесплатно не повезет. Сереге от души, дружище. У нас еще есть и несколько, да сколько нам обзоров еще? 6, наверное, 8 там. Да. Обзоров 6-8 еще будет. Кроме лапши. А лапша потом еще пойдет, это на сладкое, это на десерт оставляем. Там хот-поты, горячие самовары, эти китайские самовары и прочее, потом будем возъедать. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя, если вы близко, здоровья всем сибирского, сайонара, пока. Ссылочка в описании, ссылочка в закрепленном комментарии, чё городишь. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк, оценивай видео, подписывайся на канал. До новых встреч.